400 спортсменов встретились на открытом первенстве по тэквондо. Турнир организовал спортивный клуб «Дангун». Для начинающих это возможность сделать свои первые шаги на татами. Для опытных спортсменов – набраться опыта перед всероссийскими и международными соревнованиями. Победа в спарринге. Еще одна медаль в копилке бронзового призера России. Даниил Журавлев лидировал благодаря упорству. 6 лет регулярных занятий в зале тэквондо научили мальчика никогда не останавливаться на достигнутом. Как на татами, так и в жизни. Было нелегко. Соперник был сильный. Но я его победил. Моя мечта – стать чемпионом мира по тэквондо. И я для этого хорошо занимаюсь и стараюсь на соревнованиях и на тренировках. «Дангун» – это клуб с почти 30-летней историей. В Люберцах открыто 10 филиалов, в которых занимаются 450 воспитанников от самых юных до взрослых спортсменов. Их наставники – инструкторы Международной федерации тэквондо, мастера спорта и обладатели черных поясов, для которых в первую очередь важно воспитать спортсменов и только потом взрастить чемпионов. Каждое соревнование, когда я слышу слова благодарности, я им всегда говорю, то, что вы в первую очередь скажите своему ребенку спасибо, потому что он работает над собой. Это первое. Во вторую очередь нужно слова благодарности вам сказать, как родителям, потому что вы неравнодушны к своему ребенку. С каждым годом масштаб соревнований растет. В этот раз свои силы на турнире попробовали более 400 спортсменов. Это тэквондисты из всех отделений «Дангуна» и гости из 5 московских клубов. Они показали навыки в различных дисциплинах тэквондо. Лучшие в своих категориях получили медали разного ранга и дипломы участников. Анна Троян, Валерий Абсолямов, телеканал ЛРТ. Всем привет! Я Анна Троян, вы смотрите ЛРТ. Подписывайтесь на наш канал на YouTube и ставьте лайки. Будьте в курсе самых важных событий.